Громкий арест. Задержан руководитель областного управления занятости и социальных программ Аргын Искакбеков. Чиновника и его заместителя обвиняют в превышении должностных полномочий. Главе ведомства грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, высокопоставленный чиновник разработал преступную схему проведения госзакупок. В тендере Искакбеков лоббировал интересы некоторых бизнесменов. Действуя через своего заместителя Лилию Ким, чиновник отсеивал заявки предпринимателей для ограничения количества участников конкурса и передавал им сведения, доступные только для отдела госзакупок. В итоге победителями тендера признаны две компании, в чьих интересах действовал глава управления занятости. Преступление, предусмотренное статьей 308 Уголовного кодекса Республики Казахстан в отношении Искакбекова и Ким, было выявлено в ходе глубоких разработок специальных оперативных мероприятий. 20 июня текущего года Искакбеков в санкции суда арестован. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.